Дорогие друзья, в наступающую новогоднюю ночь я, как и вы, с родными и близкими планировал встретить дома Новый год. Но получилось иначе. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев принял решение рекомендовать меня временно исполняющим обязанности главы Ленинского муниципального района. Я достойно пронесу эту миссию. Уважаемые жители Ленинского района, сегодня я исполняю обязанности главы района и буду встречать этот Новый год с вами. Обращаю ваше внимание, что в новогодние праздники все системы жизнеобеспечения района будут работать в штатном и усиленном режиме. Я возьму это под личный контроль. Для нас важно провести спокойные и безопасные мероприятия в новогоднюю ночь и в рождественские каникулы. Новый год – это самый теплый, самый семейный и самый добрый праздник на Руси. И, как говорится, в Новый год сбываются все мечты. А следующий год у нас с вами особенный. Наступающий 2015 год – это год празднования 70-летия Великой Победы. И мы должны провести этот праздник достойно и на высоком уровне. Ни один ветеран Великой Отечественной войны и участник войны не должны быть забыты. Мы должны обратить свое внимание на тружеников тыла, вдов погибших и другие категории ветеранов. Особенное внимание хочу обратить на подготовку памятников и обелисков во всех городских и сельских поселениях района. Возьму этот вопрос под личный контроль. Дорогие ветераны, мне хочется пожелать вам здоровья, жизненных сил и внимания близких. Вы совершили подвиг. Теперь дело за нами. Дорогие друзья, до наступления Нового года остались считанные часы. Давайте улыбнемся друг другу, нашим близким и родным. Давайте в новогоднюю ночь поднимем бокалы за мир и любовь в наших семьях. За то, чтобы наши близкие и родные, наши родители были здоровы. За наших с вами детей. Все то доброе, что вы загадали, обязательно сбудется. С Новым годом и со светлым праздником Рождества Христова!